Решил помочь случайному встречному и чуть не потерял деньги. В Эжинском районе Сыктывкара злоумышленник обманул вахтовика, который находился в столице Коми проездом. Под вымышленным предлогом мужчина вынудил жителя Ударского района перевести на свой счет 5000 рублей, а взамен всучил сердобольному сельчанину билет банка приколов. Чем все закончилось, знает Антон Булаев. 15 ноября в полицию обратился житель деревни Милентьево Ударского района. По словам сельчанина, он стал жертвой подлого обмана. Вечером к мужчине на железнодорожной станции Эжинского района подошли двое неизвестных и завели с ним разговор. Один из незнакомцев попросил его о помощи. Дескать, ему срочно нужно внести на электронный счет 5000 рублей. Причем это вопрос жизни и смерти. Взамен мужчина протянул потерпевшему хрустящую купюру тем же номиналом. А как я увижу, то я стоял в темноте, откуда мне знать, фальшивка, не фальшивка, как бы всем доверяю, я откуда знаю. На руку злоумышленнику сыграло то, что рядом с сельчанином в тот момент не оказалось его брата, который должен был встречать родственника на перроне, но немного задержался. В дальнейшем к нему подошел его брат, он взял купюру, отошел там, где есть свет на улице, посмотрел данную купюру и увидел, что данная купюра является поддельной, а именно купюра банкнотов банков приколов, после чего они пошли в магазин, куда направились данные молодые люди. В магазине они с ними встретились, начали спрашивать, зачем они такое делают, после чего вывели их на улицу, и мужчины в дальнейшем скрылись от них, убежали. После сообщения о преступлении в полицию стражи порядка вели в Эжинском районе план-квартал. Ориентировку с описанием мужчин получили все патрульные экипажи города. Вскоре один из них заметил подходящих под описание людей у одного из магазинов. В это время мы видели, что в магазин сходят двое молодых человек, которые похожи по приметам. Остановившись около магазина, мы проверили, куда проследовали эти двое молодых людей и пришли за ними. Подойдя к молодым людям, мы представились, сообщили, что мы являемся сотрудниками полиции, предъявили им служебное удостоверение. После чего сообщили, что они походят по приметам и попросили проследовать с нами. На что молодые люди нам пояснили, что никакому преступлению не причастны, однако проследовали и далее были предъявлены потерпевшему. Вахтовик сразу опознал в одном из задержанных своего обидчика. Потратить похищенные деньги злоумышленник так и не успел. В итоге 5000 рублей силовики вернули потерпевшему, а по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Оказалось, ранее фигурант был неоднократно судим и даже находился под административным надзором. За новый преступный эпизод рецидивиста, скорее всего, отправят в места лишения свободы.